Привет, друзья! Показываю вам гостиницу Sea Planet. Гостиница находится в регионе СД. Поехали! Так, смотрите, зашел в холл гостиницы Sea Planet. Очень высокий холл данной гостиницы с вот такой вот огроменной люстрой. Гостиница выполнена, холл гостиницы выполнен в светло-темных тонах. Мне это нравится, такой элегантный вид. Здесь вот на входе у нас напитки. Гостиница угощает гостей своих, которые только прибыли в данную гостиницу. Справа у нас от входа находится лобби-бар. Дальше мы узнаем, какие напитки здесь в гостинице. А вот перед лобби-баром находится ресепшн, там, где туристы проходят свою регистрацию при поселении. Так, друзья, показываю вам номер. Категория Family, состоит из двух комнат. Красивый номер. Вот у нас телевизор. Соединенные две односпальные кровати. Во второй комнате у нас одна двуспальная кровать, шкаф, кресло, телевизор, мини-бар. Вот так вот наполнен мини-бар. Две баночки пива Эфес, Фанта, кола, газированная, негазированная водичка. И дальше у нас здесь вот балкон. Как на него выйти? Вот у нас выход на балкон. И вот балкон у нас. Это который в первой комнате номера Family. Там же еще со второй комнаты так же само отдельный балкон. Территория гостиницы. Сразу мы видим здесь бассейн. И за бассейном чуть-чуть, там еще метров 30, начинается пляж гостиницы. Так, вот у нас санузел, довольно такой просторный, умывальник, туалет и душевая кабина. Укомплектован вот такой вот косметикой. И вот у нас из холла есть такой вот балкон, есть такие вот кресла. И вот такой вот вид мы имеем с этого балкона на территорию гостиницы Sea Planet. Еще раз напоминаю, гостиница находится в регионе СД. Гостиница на первой линии. Интересная, приятная, компактная, я бы, наверное, назвал бы территорией эту гостиницу. А внизу там сейчас как раз проводится какая-то анимация. Различные конкурсы. Я думаю, здесь достаточно весело будет отдыхать в этой гостинице. Так, друзья, хочу вставить свои пару слов по данной гостинице. Смотрите, сама гостиница мне понравилась. То есть она чистенькая, светлая, интересный дизайн. Территория не очень большая, как бы вот. Мы, естественно, полноценно всю территорию не смогли посмотреть. Номер, который нам показали, он в хорошем, отличном состоянии. Вопросов никаких не вызывает. По поводу пляжа. До пляжа мы не сходили, но, скорее всего, значит, пляж я вам покажу в соседней гостинице. Вот, покрытие пляжа. Я думаю, скорее всего, здесь пляж тоже будет с таким вот покрытием. И учитывайте это при выборе данной гостиницы, если у вас очень серьезные требования к пляжу. Гостиница, видно, очень активная, анимации много, есть развлечения в виде водных горок, поэтому скучать вы здесь не будете. Так что, друзья, пишите в комментариях под этим видео, как вам данная гостиница. Если вы отдыхали, расскажите нам за питание в данной гостинице, поделитесь вашим мнением, как работает обслуживающий персонал. Ну и не забывайте подписываться на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе всей полезной информации, для того, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Так, друзья, чуть не забыл один очень важный нюанс в данной гостинице. Смотрите, возле данной гостиницы находится кладбище местных жителей. Так что учитывайте эту информацию
когда вы выбираете данную гостиницу. Не все номера выходят сюда с видом, но оно здесь есть. Пожалуйста, будьте аккуратны. У нас есть сюда в отеле 614 номер. Номер, стандарт номер и фамилия номер. Стандарт номер 28 square meter. Фамилия номер 48 square meter. В номере есть мини-бар и сейф. Мини-бар бесплатно, сейф платный. 2 евро каждый день сейф. Это стоит. А что в мини-баре есть? В мини-баре есть напитки, кола, фанта, вода и пиво. Мы поминать каждый день, каждую неделю. Только вода каждый день. Только вода каждый день. В номере Wi-Fi работает тоже. Wi-Fi работает в территории тоже. Это бесплатно. В номере тоже бесплатно. У нас есть три бассейн там. Один закрыт бассейн и три открыт бассейн. Это наш главный бассейн. Там есть наш аквапарк бассейн. В аквапарке есть шесть водных горки там. Потом там у нас есть десятый бассейн тоже. В десятый бассейн есть тоже 10 мини водные горки. Там есть играть сал тоже. Слева есть наш амфитеатр. Каждый вечер там у нас есть шоу, анимацион. Лево есть наш Moonlight Bar. Moonlight Bar открыт 24 часов. В ночи тоже. Дискотека есть тоже каждый день. На дискотеке напитки. На дискотеке напитки платные. Что есть? Да, все алкоголь на диско платные. 24 часа. Это бесплатно. Это бесплатно в диско, только в диско платные. На пляже у нас есть платформа тоже. Там есть наша кровать тоже. Это тоже бесплатно. Бар на пляже есть тоже. Это открыт из 10 часов до 18 часов. Пляж песок, молю. Песок. Пляж песок, а вход в воду? Вот, пологий. Дерина вода, вода дерина. Пологий, гириши. Ха, тамам, это тоже песок. Это тоже песок. Ташок. Вот тоже песочный. Точно песочный или может глянем? Кум чакыл карышка. Хемен дерин ми йокса? Дериннешиор бляс. Хемен дериннешиор. Сразу глубоко, да. Ну нас... рядом там галька была, тут ну, может галька, тоже быть. Мелкая галька здесь тоже есть на входе. А что для деток есть у вас? Для кого? Для девочек? Миникули? Для деток. Здесь для девочек. Вопрос? Концепция алкоголя какая? Наша концепция? Алкоголь. All inclusive. Только импорт напитки. Местных нету? А, то есть импортные платные? Импортные платные, да. Угу. Нормально. Нормально. Наша сервис ультра инклюзив, но наша концепт all inclusive, не ультра инклюзив, потому что импорт напитки платный, поэтому. Алякарт. У нас есть 5 алякарт ресторан сюда. Мексикан, Asian, Азиан, азиатиш, турецкий, азиатский, турецкий. Что есть? Рыбный, итальянский. Итальянский. Это тоже бесплатно. Один раз в неделю бесплатно. Или молодожены два раза в неделю бесплатно. Молодожены два раза в неделю бесплатно, а-ля карты. Если просто, то один раз в неделю, один из пяти бесплатно.